О неудовлетворительном состоянии в иркутинских очистных было известно еще в 2020 году, но ничего не было сделано. Об этом стало известно сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Коми, где подвели итоги работы ведомства за прошлый год. Обследование очистных тогда заказала администрация города. Напомню, после январской аварии возбуждено уголовное дело. Никаких мер по организации проведения капитального ремонта, усилению производственного контроля за техническим состоянием зданий, ни эксплуатирующие организации ООО «Водоканал», ни собственниками объекта администрации в Иркуте принято не было. Прокурор республики заявил, в республике обострилась проблема детских суицидов. Их количество растет, в прошлом на 42 больше, чем годом ранее. В 7 случаях спасти подростков не удалось. Органам профилактики, прежде всего образовательным учреждениям, не удается своевременно выявлять таких учащихся и оказывать им необходимую психологическую и социальную помощь. В текущем году работа прокуроров по предупреждению детских суицидов должна быть активизирована. Профильному подразделению прокуратуры республики необходимо активно включиться в работу по совершенствованию межведомственного взаимодействия в данной сфере. Из других важных цифр в Коми уменьшилось количество коррупционных преступлений. Также в прошлом году ОКО «Государево» снизило количество проверок для бизнеса. В этом тенденция сохраняется. Почти 73% предложений о проведении проверок отклонено. Прокуроры в период частичной мобилизации не допустили призыва для участия в спецоперации 19 граждан. На то не было законных оснований. Всего прокуроры республики за 2022 год выявили больше 27 тысяч нарушений федерального законодательства. В регионе порядка 26 тысяч нарушений прав граждан.